хочу тебя прервать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Не волнуйся. Эти инструменты не доживут и до конца. Наверху. Пост. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Вперед! Лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Просто прохожу мимо. Подожди, еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредита. Сегодня гуляй! Давай закончим побыстрее. Рискуешь, Кэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. О, просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. Что
собирался. А ты как здесь оказалась? А? Рычаг управления внизу. Готово. Теперь ты. Секунду! Так, заход зафиксирован. О! Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри! Истребитель джедаев! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Роб! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться!
Ров! Нет! Ров, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Ты цел? Да. Да. Так, надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же наказано. Я знаю. Я знаю. Так, что ж... Будем осторожнее. Да. Ну и как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе, и я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Да забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь... Небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Подожди! Куда ты идешь? Запоминай. Учитель. Верь только в силу. Понял.
поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай. Стоять! Не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Сюда! Нарушать! Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно! Это предатель! В атаку! Он ошибется! Убейте его! Объект здесь! Огонь на поражение! Здесь нарушитель! Я больше не могу сражаться! Грузовой люк заблокирован! Выход один. Не останавливаться. Отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь. Я что-то слышал. Показалось? Это все. Теперь все кончено.
Помогите! Надеюсь, тебе больно. Нет! Только ты и я. Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрыть. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Они отстрелились. Надо вниз. Наверх. Подберем тебя, когда сможем! Thank you.
просим тебя заплатить за это! Ты! Надо прикончить его! Преследовать тебя, наша работа! Да! Что еще? Поезд встал? Ты прошел подготовку. Кто твой учитель, Падаван? Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Придется постараться. Бегать вечно не выйдет. Кончим с этим. Штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела?
Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала.
Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила.